Здравствуйте, меня зовут Анна. Я преподаватель фортепиано и теоретических дисциплин. И сегодня в рамках самоизоляции я расскажу вам о том, как улучшить свою технику игры на фортепиано. Первое упражнение – это упражнение из сборника Шарля Ганона. Это номер один упражнение. Оно предназначено для всех пяти пальцев. Смотрите, каким образом мы их ставим. На до первый и пятый палец. Дальше одну клавишу пропустили, и пальцы идут все подряд. Шагаем пальцами. Кисть округлая, у вас вот здесь вот должен быть воздух. Упираемся в косточку каждого пальца. Поехали. До, ми и подряд. Хорошо подтягиваем пальцы, чтобы каждый палец работал. Возвращаемся подряд. Ми, пропустили, пошли. Пальцы должны быть как молоточки. Напрягается каждая мышца на пальце. Пропустили. Подтягиваем пальцы. Стараемся работать каждой фалангой. Дошли до ре. И от соль пошли в зеркальном отражении. Фа пропустили. Идем. Таким же образом доходим вот сюда. От соль пошли. И после ми заканчиваем на до. А теперь сыграем побыстрее. Быстрее. Учите первое упражнение Ганона, а в следующем видео я расскажу вам, как прокачать свой третий и четвертый палец. До встречи, пока!